Евгения Васильевна Горина в прорубь лезть пока не решается, но к беганию босиком по снегу приобщилась с легкой руки соседей по дому. И гипертония, мучившая ее много лет, довольно скоро ушла в прошлое. А началось все с того, что собрались как-то вместе соседи по подъезду одного из домов города Балашиха Московской области и решили сообща бороться за собственное здоровье. Дальше больше. Постепенно сложился клуб соседей по подъезду. У Евгении Васильевны день рождения. Ее дочь и сын находятся в другом городе и быть рядом с матерью сегодня не смогут. Но Евгения Васильевна одна не останется. Евгения Васильевна, поздравляем вас с днем рождения и дарим этот волшебный кувшин. Зайка, угадай-ка, кто у нас хозяйка? Именинница она и одета синие, а зовут ее друзья Евгения Васильевна. Если бы я была волшебницей, я бы подарила много-много здоровых внуков, сильных и красивых, ласковых и нежных мальчиков и девочек. Когда у нас в подъезде жили все поодиночке, то есть каждый сам по себе, это было скучно. А когда мы стали общаться, когда мы стали проводить сначала в праздники, а потом просто так чаепитие, то люди насветились. Жизнь стала совсем другая. Теперь люди не замыкаются в четырех стенах собственной квартиры. Художник-любитель Александр Егоров по профессии врач-невропатолог. Именно он увлек соседей идеей зимнего закаливания. Создана в подъезде и своя библиотека. И даже своя слайд-летопись, где запечатлена история рождения необычного соседского общежития.